Здравствуйте! Если кто-то пригласит вас сегодня выйти в свет, смело соглашайтесь. Театр, кино, караоке, в ресторан с друзьями. Подходит все. Но все это лучше вечером, потому что практически весь день луна без курса. Это пустое время, а значит, занимаемся повседневными делами. Завершаем то, что начали ранее. Такие дни не нужно оформлять сделки, совершать крупные покупки, брать или давать в долг и любые медицинские процедуры. Тоже нежелательно. Будете помнить об этом сегодня, сохраните кучу нервов. Берегите себя и до встречи!